Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также картосик в маринаде. Нет, давай я буду картосик со сметанкой и с грибочками. И сегодня мы находимся там, где все постоянно размножаются. И это не то, что вы подумали, не в этом плане размножаются, в другом. А было бы прикольно. Там, где в любую секунду может стать две Кати и три Эдисона. Там, где мы также в любую секунду не сможем отличить, где настоящий я, а где... клон я. Мы, дорогие друзья, в Иваново. А как мы знаем, Иваново — это город невест. А где невесты, там очень много размножения идет. Ну, в общем, вы меня поняли. Статистика, она не врет. А, с Катей не надо спорить. Катя хороший географ. Все верно, все практично, все хорошо. Поехали. Да, да, выживать идем, не окупаться. Как говорится, не успели мы зайти в Майнкрафт, и нам сразу сказал он. Ну. Кто он? Бог Майнкрафта нам сказал то, что, как я уже вам тоже сказал, то, что сегодня будет челлендж, что мы не перестаем размножаться. Честно, я даже в душе не чаю, что это может быть такое. И как мы будем дальше размножаться. Аккуратней там, Кать! Я по лианам спрыгнула. Я умная. Так вот, Кать, у тебя есть какая-то идея, как мы сегодня можем размножаться? Честно, у меня есть только одна, но я боюсь ее называть. У меня тоже есть только одна, но это реально лучше не говорить на серии, слишком опасно. Я очень сильно надеюсь, что это будет не она, а какая-то другая, потому что под названием «размножаться» у меня не очень приятные, точнее, наоборот, приятные мысли в голову лезут. Все, хватит! Какую-то дичь сказал, признаю, пожалуйста, не ругайтесь. Вот, я... Кать! Ау. Оу, оу! Оу, оу! Оу, оу, с передами, посмотри, что там находится! Я не знаю, я в джунглях в третий раз в жизни! Данж джунглевский находится! Слушай, я, кажется, поняла, в каком смысле размножаться. Ну давай, удиви меня. Может быть, это не мы будем размножаться, а драгоценности, и там у нас будет приумножено богатство в Майнкрафте. Кстати, да, есть же такие... Давай, залезай внутрь. Есть же такие челленджи в Майнкрафте, то, что там что-то у тебя в инвентаре размножается. Кстати, возможно это? Давай, залезай. Так, надо покувкать. Аккуратней. Покувкать. У меня еда вся сырая, надо ее будет потом где-то пожарить. Давай. Лови меня! Так, факела. У нас, конечно же, у нас ничего нет полезного в этой жизни, поэтому, Кать, держись, пожалуйста, за мной. Пошли. Без проблем, так, давай. Здесь у нас где-то сразу же будет находиться какой... Вот наш сундучок! Опа! Изумруды мои! Изумруды мои! А вот эта золотая бронька конская твоя. Можешь ее примерить. У меня есть уже одна конская золотая броня. Это все? Это все? Испачкается, наденешь другую. Пошли. Это все, что здесь было? Кать, здесь еще один сундук. Проходи. Куда? Туда. Ой-ой-ой, тут что-то... Ну, алмаз! Опа, алмазная конская броня! Я видел, как ты ее с тороты взяла. Да, она моя, все. Сейчас найду себе коня, он будет у меня алмазный. Ну, все хорошо, всё? Давай, вылезай. Так, валим отсюда. Ничего интересного, кроме конской брони, здесь не было. Так, подожди, ты сказала, там алмаз был. Ты меня обманываешь? Почему обманывают-то? Вот. Вот он. Опа, Екатифнафика, дай мне, пожалуйста, алмазик. У меня есть еще один. Я сейчас себе алмазный меч скрафчу. Ну, пойдем отойдем сюда. Пойдем отойдем, давай. Пойдем, выйдем. Куда выйдем? Держи морковку. Обмен. Покашляем, вопросики. Ага. Все, хорошо, давай выстраиваемся отсюда. Пошли. Ой, а тут самое главное не шандарахнуться. Мне кажется, надо куда-то выше вот туда забраться. Пошли. Че? В смысле, чё? Это кто? Это я? Где ты? Я... Вот так, я, вот! Ай-яй-яй, кто из вас... Всё, я потерялась, только что я видела тебя, ты выходил из данжа, а этот человек стоял здесь, а теперь я не могу понять, кто из вас кто. Ну-ка, вот, иди, я прыгаю, я прыгаю, вот. Вы оба прыгаете, дебилы! Ты чё за кракозябра за мной повторяешь? Вот я рядом с тобой стою. Так, стоп. Слушай, подойди сюда. Ты чувырла, сюда. Не ты чувырла, а другая, вот ты чувырла. Ну, в смысле, я чувырла. Клон мой сюда, подойди. Сюда, подойди. Ты, это ты? Я рядом с тобой? Нет, я вот здесь. Вот я. Вот ты, вот это ты, да? Да, вот это я. Угу. У меня сейчас башка взорвется. Это ты кто? Так вот в каком мы плане будем размножаться. Ты смотри, какой дерзкий, а. А ну в чате что-то напиши, напиши что-то в чате или скажи что-то.
Напиши Пипука. О, слушай, смотри, работает. У него даже имя мое. Он полностью на 100% идентичная копия меня. Так, у меня только один вопрос к богу Майнкрафта. На кой черт нам клоны здесь понадобились? Добро пожаловать в семью. Пошли с нами. Все, пойдем с нами, я не знаю. Раз сегодня такой челлендж, значит нам зачем-то это нужно. А ты дерево умеешь добывать? Ну-ка, сделай что-нибудь. Иди дерево добудь, будь полезен хотя бы в этой жизни. Это листва, дерево иди добудь. Все ясно, будем обучать в принципе. Давай, вперед, давай иди. Не ты, Катя, а ты, клон, иди вперед, чтобы я тебя со спины видел, а то я пока тебе еще доверять не могу. Давай, пошли, Кать, вперед, иди. Он какой-то непослушный немножко. Я вижу, давай, пошли. Так, я тебе предлагаю перебраться на... Здравствуйте. Так, у нас тут парочка образовалась. Смотри, я-то думала, что я теперь одна буду, но нет. Это получается, мы с тобой парочка, и парочка в параллельной вселенной, парочка нас с другими клонами парочка. Я всегда мечтала о близнецах. Мне кажется, ну, да. Пора валить с этого дурдома. Так, Кать, давай на другой берег! Ну, тут крепер! Хорошо то, что я успел оттуда убежать. Так, все сюда! Семейный клонский сбор! Давайте все на другую сторону! Сюда, так, давайте! Подожди, ты на этой стороне! Я здесь, вот я прыгаю, вот это я! Нет, ты рядом со мной, вот он, да? Вот, ядрить меня в клона! Сюда идите, пожалуйста, все сюда! О, чувствую, нам будет весело. Ты, Катя, слева? Нет. Ты, Катя, справа? Нет. Ты, Катя, по центру? Где? Я вот здесь, вот я. Вот. С мясом, с куском мяса, да? Да, с куском мяса я вот. А ты вот это? Вот это? А, вот, все. Так, подожди, я не верю тебе. В смысле так не вот. Верю? Вот я, да, я самый спокойный, этот дурак прыгает все время. А, нет, вот ты настоящий, с киркой стоишь. Вот с мечом стою, ты что, издеваешься, ты не можешь отличить так, нас? Так, ну-ка, тихо, стоп! Встали вдвоем передо мной, встали быстро. А сюда, ты, Катька, отойди пока, отойди подальше. Давай, стой отойди. Здесь. У меня Катька более послушная. Я вижу, да. Приготовились писать в чат, когда день рождения у моей мамы. Кто напишет, тот и настоящий Эдисон. Да я в душе не чаю, когда мать твоя родилась. В январе знаю, ну... Я тебе говорила недавно буквально. 27 января? 26? Ты напиши в чате, ты говоришь, откуда я знаю, какой из вас клон говорит. 27-е. Или 28-е. 28-е. Так, вот это точно не настоящий Эдисон. Вышел из строя. Вышел оттуда, вот. Вот ты настоящий. Да, я фу. А подожди, а ты настоящая? Да, настоящая. А, тогда вопрос к вам, вот этим двум. Какой у меня размер ноги? 41-й. Слушай, ты хотя бы предупреждай в этой, ты будешь полезным, ты за мной, смотри, что происходит. Ты балбес, честно, вот это... Он бесполезный, так. Походу. Я тебя уже недолюбливаю. Так, откуда вторая Катька знает, что у тебя 41 размер? Я что-то ничего сейчас не поняла. Вы знакомы? Нет, мы не знакомы. Первый раз я в жизни вижу. Вот второй вопрос. Да, второй вопрос. Во сколько часов мы вчера проснулись и поехали обедать? Ничего, что я вчера на работе была. В каком ресторане или в какой кафешке мы вчера с тобой обедали? Да мы вчера не обедали с тобой! А, обедали, подожди! Мы обедали, компания? Компания, мы вчера... Как... Ну, в любом случае, тот, кто написал компания, это я, потому что другая Катька не знает, что такое компания. Ну да, да, другая... Иди за мной! Другая Катька не знает, что такое компания, все, Катя, иди сюда. Так, все, держимся вместе, держимся рядом. А вы туда отойдите, вот эта любовная парочка непослушных, вот там и стойте! Пошли, Кать, пошли с этого дурдома. Слушай, а может они хотя бы в чем-то будут полезны? А ну ты пописяк. Подожди, если я это я, а если он это я, значит у него такой же инвентарь, как у меня получается. А у меня в инвентаре сейчас два алмаза. Слышь ты, пердак, у тебя алмаз есть? Алмаз. Ну-ка, Катюха, у тебя меч такой есть? Смотри, какой у меня есть. У нее такой же меч, как у меня. Алмаз есть вот такой, как у меня? У тебя точно так... Дай сюда, поделись.
Опа, спасибо. Неплохой обмен. Братик-акробатик мой, все, пошлите, пацаны, пацанессы, армия Катюсиков, армия Едюсиков. Слушайте, убейте крипера. Армия, убейте крипера, давай, все, а, все. Да, кстати, давайте мы сейчас больше ничего не будем делать, а вы, ой-ой-ой-ой, будете за нас все... Помощник, отлично. Ты, ачивку даже вот это получил, первый раз в жизни убил крипера какого-то. Пошли, давайте, вы будете помогать. Подожди, тихо, Катосик номер два, убить корову, а ты свинью убить, Едисон, свинью убей. Ага, молодцы, мясо. Слушай, у нас тут подмога подъехала. Эдисон номер три, а ну слезь с драндулета, слезь. Это мой драндулет теперь. Алло, это мой клон, это мой драндулет, слезь. Все, до свидания. Драка за драндулет, отлично. Нету никакой драки, драндулет мой и клон. Отдай драндулет. Не дам драндулет. Все, пошли. Отдай драндулет. Отстань. Вот переедет твоя кланшиха на драндулете. Ай, Катюха моя с миниганом. Выкуси. Она коров поехала убивать, пошла! Давай, чтоб больше мяса было, и кожу вон всю собери. Так, подождите, стопе! Сбор, глобальный сбор, возле, хватит пулять всех! Так, все мои клоны ко мне, все Катины клоны к ней. Короче, клон, вот ты клон, ты за деревом, ты побежал за деревом. Ты другой клон, ты клон побежал за мясом, иди коров убивай. А ты своим вот тут распоряжайся. Да, так, мне миниганчик, пожалуйста, на руки. Пожалуйста, миниганчик мне на руки. Это не... Мне миниган отдай быстро, вот я... Я до сих пор не понимаю, какая есть Катя, какая, ну ладно. Я с миниганом. А как стрелять им? А, боже, смотри, по корове попаду, смотри. Опа, смотри, попала. И... На... Нифига себе, ты снайперша! О, клончик, давай, дерево, давай. Ля, какой молодец. И второй клон, мясо, давай. Слушай, Кать. Нифига себе. Неплохо их отправлять, дела наши делает за нас. Слушай, так может в этой серии мы сможем нажиться? Слушай, а второй клон, у тебя же тоже один алмаз есть, да? У нас связаны инвентари. Алмаз, дай алмаз. Хорош тырить алмазы у своих братанов. У меня 4 алмаза уже есть. Так, а у меня что? У меня... Гранату выкини, гранату! Граната! Ты, Катосик номер 3, 2, не знаю, ты что творишь, а? Ты что подставляешь-то? Ты слушай, она походу с военной базы прибежала. У нее автомат был, у нее граната. Сейчас еще танк заспавнит случайно. Офигеть, вы чё, ребята, давайте спокойнее. Так, кто-то из вас тащите мой драндулет на башку, его возьмите, не катайтесь на башку, его возьмите вот так, и за мной. Я предлагаю вам всем найти деревню и там поселиться. Мы с Катей будем королями, а вы будете деревья нам добывать. Хорошая идея, всё, кстати. Ну давай. Пошли. Так, давай мы пойдем вперед, а все остальные назад, чтобы поймать, где кто. Ага. Лучшая серия просто Майнкрафт, но за всю жизнь. Сразу бы так надо было, пошли, Кать. Ага, я утонула. Все за мной! Ты давай тащи мой драндулет, главное не роняй я опять граната. Ты настоящий... Вот это поворот! Ты настоящую Катю взорвала. Слушай, Катя номер 3, которая походу в армии служила, не бросай больше гранаты. Все давайте за мной. Опа! Так слушаться только меня! Мои клоны, Катины клоны, я предлагаю вам захватить эту деревню. Вперед! Оккупация! Вперед! Кать, хватит Да ядреный случай, да хватит тут бомбить все. Мы в деревню еще даже не забежали, вы уже все взрываете здесь. Так. А кто бегает с драндулетом своим? Это ты или кто-то? Да ебарас это! Вы уже пол деревни разнесли, убери гранату. Катосик! Все, отставить огонь! У нас, походу, гражданская война намечается. Я тебе предлагаю, которая Катя настоящая, которая вот это моя Катя, кстати, где она? Я тебе предлагаю вот это дом нам найти, чтобы мы там жили с тобой. Она опять гранату кинула. Слушай, это уже какой-то беспредел. Беспредел. Он на арабском написал! Катосик, это Катосик. Катосик, это третья Катосик или вторая? Я вообще в душе не чаю, кто есть кто. У нас какой-то артхаус происходит. Настоящая Катя за мной. Это единственный дом, который еще до сих пор остался цел. Вроде как. Вот а за тобой это за кем? Ну в смысле, я возле колодца стою. Возле колодца. Вот, да, я вот. Вот давай, вот в этот дом. Вот сюда. Вот, это ты? Да, это я. А ты вот это?
Вот, я рядом с тобой стою, это ты? Махни головой, ты? Вот это я, заходи в дом, заходи. Это не я. Одна Катя в дом зашла, все остальные вышли. Хватит на арабском там материться. Выйдите из моей дом... Ты что, Зива? Да хватит меня бить. Настоящая Катя. Сколько литров кофе в день я выпиваю? Много, ну, минимум 2 кружки. А кто это сказал? Я. Все, вы двое из дома вышли. Вот ты вышел, и ты вышел из дома. Только драндулет мой главное поставь и выйди из дома. Это ты? Это я. Вот это ты? Это кивни. Это я, это я. Нет, ты не вкивнул, это значит не ты. Ядреный ты случай, как я потеряла. Ты в доме? Нет, не в доме. Да ты бежишь, стой. Я в доме, Катя, я в доме живу, в доме. В каком ты доме? Тут очень много домов. Кулаки, идите в задницу. Подожди. Они начинают нас вводить в заблуждение. Ребята, это наша общая деревня. Идите, живите. Так, распределяйтесь. Одна Катя на одного Эдисона в один дом. Другая Катя на другого Эдисона в другой дом. Моя настоящая Катя со мной, настоящим Эдисоном, в этом доме будут жить. Короче, подойди, пожалуйста, туда, где одна из котосиков взорванула тут нафиг все, и тут водопад образовался, и жители вниз пытаются. Вот я знаю где-то, Вот сейчас подойду. Я там стою. Сейчас я подойду, сейчас. Подожди. Вот я первый, который... Это ты бежишь? Да, это я, вот, я с мясом в руке. С драндулетом, ты бежишь? С другой стороны, с мясом в руке, вот я, вот кушаю, прямо сейчас. Так, и все прибежали, подождите, вы чё? Я опять не могу понять. Всем стоять на месте, а не рушь, кто пошевелится, тому бан моментальный. Всем котосикам, всем Эдисонам бан. На месте стойте. Кать, задавай любой вопрос, я в чат напишу, давай. Так, все, быстро все открыли чат, кто пишет правильный ответ, тот настоящий Эдисон. Итак, мы сегодня с тобой утром завтракали что? Я вот конкретно что завтракала сегодня утром? Какую кашу? Рисовую. Вот, рисовую. Рисовая, все, вижу тебя, все, это я. Это точно ты? Это точно ты? Да, это я. Давай, спроси, что хочешь, я отвечу. Какого цвета тапочки у тебя? У меня какие? Да. Так, когда написала фиолетовая, другая розовая, у нее розовые тапочки. Все, настоящая Катя за мной, только держись возле меня и давай на шее идем. Все, остальные сзади. Все, вот там, ты с драндулета слезь, топливо не расходуй. Убейте крипера, паука все убейте, он сейчас меня убьет. Все, пошли за мной. Офигеть ты лентяй, просто бежишь такой, убейте паука, пожалуйста. Вот видите. Один Эдисон, другого Эдисона за драндулет убил. Ну это у них там свои разборки, пойдем. Пускай сами разбираются, все, пошли, Кать. Сейчас надо организовать порядок в этой деревне, потому что здесь творится настоящий хаос. Итак, наша команда. Построились все в ряд. И на первый и последний рассчитались. Первый, второй, третий. Слушай, ты заметил, что у нас стало больше? Да, что-то как-то, когда мы сюда прибегали, нас в сумме было 6, сейчас нас 8 человек. Офигеть. Так, Эдисон, который с драндулетом, вы можете его убрать, а то вы слишком отличаетесь от всех. Да, уберите. Так, который Эдисон, который сейчас на драндулете, иди собирай пшеницу. Эдисон, который без драндулета, который с правой стороны, за алмазами. Другой Эдисон, иди перестраивай деревню там, где Катя с гранатой все взорвала. Господи, как сложно, честное слово. Так, теперь моя очередь. Котосик номер один. Номер один, котосик, отзовись, да, вот, который прыгает. Так, ты идешь, значит, у нас собираешь ромашки, потому что я хочу поляну цветов, ромашки собирать. Второй котосик идет, значит, куда-нибудь искать мне еду, желательно что-то такое низкокалорийное, вкусное. И... Подожди, вот. Он на драндулете катается, пшеницу собирает. Так, побежала. А в третий котосик, значит, ты можешь пока, я не знаю, там, записать меня на маникюр. Хорошая. Будешь ее вот этой секретаршей, вот это самое, да. Отлично, ты посмотри. Слушай, посмотри это лучшая серия Майнкрафта, но которая только когда-либо могла быть. Все за нас сделают, мы с тобой можем здесь позагорать вот этим палящим солнышком. Отлично, это нам вознаграждение за все те серии, которые просто нас убивали. Вот, морковку принесла, Катя, иди забирай морковку. О, низкокалорийная, вкусненькая. Давай. Вот кто-то уголь принес. Вот это жизнь, вот это я понимаю. Ромашку принесла. Ну, на-ка, спасибо большое, бог Майнкрафта, хотя бы за вот эту серию. Бесконечная картофанка.
А, рай какой!